о чем ты говоришь? Я понял, я вообще, блядь, не сюда. Ебись, а вам сейчас пизды дадут, пацаны, если что. Если что, пацаны, я ни при чем, вопрос дадут пиздюлей. Получается, что? Что получается, пацаны? Пацаны, найти документ, отнести документ бармену. Найти стрелка, узнать себе призрака, найти фамилию на ружье. Так, ладно, пойдемте тогда к бармену. Потихонечку. Сейчас попробуем вспомнить путь. Попробуем... Ну-ка. Значит, молодой сталкер познакомился. Тут бац, рощица. Или маленькая, а на карте ее нет. Ну, зеленый туда-сюда, как быть. И соваться стрёмно, и как лучше обходить, неизвестно. Тут глянь, мужик какой-то неподалеку маячит. И ни на долговца, ни на наемника не похож. Обрадовался, значит, молодой к нему. Так, мол, и так, а не подскажете, как бы мне рощу вот эту вот обойти? Тот и говорит: мне тоже в ту сторону, пошли вместе. Идут себе, хорошо, спокойно идут. Молодому скучно стало, он и начинает подлизываться. Вот, значит, здорово, как быть тертым сталкером. Не шугаться от каждого шороха, оружия не таскать много. У мужика того и правда ствола видно не было. Ну, тот, стало быть, начинает ржать. Да кого тут вообще бояться? Как кого, удивляется молодой? Ну, это, монстров. Контролеры одни чего стоят. Мужик так помолчал и говорит обиженно: дурак ты. Если б сказал зомби или кровосос, но нас-то, контролеров, за что монстрами обзывать? Блин, так не смешно же. Бля, так-то да, чувак, извиняй. Хуету кого-то рассказал. Парашную вообще, блядь. Ну-ка, покажи. Какое? Чего предлагаешь? О, цыганочка пошла. Кстати, представляете? На прошлый стрим накинули авторские права. Внезапно. Внезапно просто накинули авторские права, но там без этих, без блокировок, без запретов, без всего. Просто авторские права на песню. Точнее, не на песню, а на музыку, которую играл чувак около костра. Я охуел, если что. До сих пор сижу в таком состоянии охуевшем. С авторскими правами. Это пиздос. В сталкере, сука. Причем авторские права от... Не знаю, от кого там, блядь, постоянно пишут хоть ересь какую-то. А прикол в том, что в авторских правах указана песня какая-то с каким-то мужиком русским. Скорее всего, возможно, это какой-то бард или что-то вроде того. Но, бля, это беда. Секиры проходили на руле. Так это руль, это тот же самый жестик, только немножко по-другому управляется. На руле же все же кнопки есть. Авторские права с жирикой птиц могут накинуть. Не знаю, мне не накидывали, но могут вполне. Мне на шум ветра один раз кидали авторские права. Понятно, блядь? На шум ветра, сука. На шум ветра. Что хотите, то и делайте, сука. Шум ветра. Авторские права. Шум ветра принадлежит кому-то. Не дай бог вам, блядь, его в жизни где-то услышать, нахуй. Вы должны за это платить. Вы бесплатно, блядь, вы нарушаете закон. Вы бесплатно слушаете шум ветра. Вы все просто пиздец, как вы пираты. Вы все пираты. Понятно вам? Вы бесплатно где-то там скачиваете в своей реальной жизни и слушаете его там. Нельзя нихуя так делать, понятно? Ну что, блядь, делать? Как совсем? За ветер, сука, надо платить. Ветер не бесплатный. Пара-па-па. А чё не спринт? А хуй его знает, кстати говоря. А чё не спринт? Действительно, а чё уж молчите-то? Я просто наслаждаюсь атмосферой, иду, я пока не проснулся. Я сегодня так не выспался, ой, сука. Как же я сегодня не выспался, вы просто не представляете, близко, как я не выспался. Я лег спать вчера в 4 часу утра. В 4 часу утра, проснулся в 10. Ебать. Это просто невозможно. Я, конечно, понимаю, что тут сейчас начнет, наверное, кидать мне эти воевончики свои. Говорит: да я отплю вообще по 3 часа, борода. Я поздравляю вас, спите. Я в 3 часа уже не могу спать. Я не могу спать, я не высыпаюсь. Мне, блядь, сколько уже? Мне 84 года. Я спать должен, блядь, половину суток. А я поспал всего 6 часов. 6 часов, понимаете? 6 часов. Это очень... Очень мало. Эйнштейн спал 3 часа в неделю. Ну и где сейчас он, твой Эйнштейн, скажи мне? Где он сейчас? А? Где он сейчас? Не знаю, где твой Эйнштейн. Я вот сплю нормально. До сих пор здесь, представляешь? А, купил чай с индийскими специями. И я понял, что ты не на Е. Чё за чай? Я помню, какой-то чай, про какой-то чай был разговор, что я говорил, что он типа нормальный.
Я зачем я тебя буду обманывать? Ты чё, блядь? Ты что такое говоришь, чтоб я кого-то обманывал? Как называются наушники? Обычные наушники. Обычные стандартные наушники от Ipone. От Ipone. И обычные стандартные. Этим наушникам лет я хуй знает сколько уже. Очень много этим наушникам лет, если что. Индо-индийские специи, какой-то чай в веб-ме, пусть или даже. Что такое веб-ме? Я с АМК всегда проходил. Что такое АМК? Автомобильные колеса? Или что? Это если прикинуть. Возвращается опыт. Я не знаю, что такое АМК. Я выпал из вас, из чата немножечко, поэтому я был просто на соревнованиях, ездил. Не до вас было. Я внимателен, я слишком охуенные доводки делал. Мне кажется, тогда же лучшие игроки не делают ни во что. Ни в футбол, ни в хоккей, ни в контру, блядь, ни в Overwatch. Ни во что так не умеют, как я так умею. Охуеть. АКМ. Автоколеса машины, ну, окей. Я понял, вы ходили все время с колесами. Это очень странное занятие, но да похуй. Так, перейти в другую локацию, да, перейти. Это фликшот, а не доводка. Спасибо, Виталий. Встречайте, мой личный тренер Виталий по фликшотам. Меня научил он правильно их произносить. Свистит прям над головой. Так, ну-ка, секунду. Ага. Я так хотел. Это отвлекающая граната. Чтобы они поняли, что у меня есть граната, и обосрались. Это отвлекающая граната была. Отвлекающая. Все так и было. Все так и было задумано. Опа. Понял? Граната его отвлекла. Он думал, я взорвался. Думал, у меня в жопу взорвался от того, что я не попадаю. Он такой, о, да у него пердак подлетел. Пойду спокойно поброжу. И я его убил. Это отвлечение, это маневры. А вы говорите, опа, кто-то есть? А вы говорите, нахуй это говорите? Я не понимаю. Оп, что такое? Нихуя. Сейчас они нас как щенку. Они что, вертолет взорвали? Так, я с этого автомата пострелял, по-моему, немножко поточнее бьет. Но это не факт пока. А это кто? Это кто? Чё такой страшный ты, ебать, я такого не видел. Мочи их. Можешь за... Спасибо. Я думал, она сегодня не взорвется. Это мутант ученый-сушеный? Да, но это не мутант. Мутант, он же без брони, а это с броней. Блять, как же вот, как же вам хорошо смотреть? Я прям не могу. Я когда смотрю какие-то стримы или видосы какие-то с игровые, это вот, блять, вы сидите, вы можете смотреть куда угодно. Понимаете прикол? Вот вы можете смотреть вот так, вот все. А я смотрю чисто, блядь, вот так. Пока я иду, вы можете смотреть вот на эту трубу. Ведь она так охуенно переливается, пока я иду. А я так не могу. Это очень плохо. Вот везет вам, да? А мне вот не везет так. О, шавки. Туннельное зрение. Как от него избавиться, скажите мне? Как можно избавиться от туннельного зрения? И можно ли вообще? Хорошо. Спасибо, сталкер. Боится меня плохой, но я знаю дорогу, поэтому я буду вести, а ты прикрывай нас по пути. До встречи, окей. И что? Каш-каш меченый. Только иди первым. А я за тобой. Боец из меня плохой. Лучше ты разведывай дорогу. Ты же сказал, что, блядь, покажешь мне ее, нет? Ты куда? Вали, козло! Ему пиздец. Блядь! Ёб! Что, сука, как это так?
Как смешанный? Только иди первым. А я... Вау! Да откуда вы, блядь? Откуда вы их так много здесь? Куда он пошел? Ты можешь пока что никуда не ходить, пожалуйста. Так, можешь пока тут посмотреть? Только иди первым. А я за тобой. Не торопиться. Ебать, дурачок, стрелять не умею. Профессор сбежал. Срочно всем погоню за Кругловым. Он не мог далеко уйти. Ой, еще один шастает, сука. Вон там один сидит. Они идут за нами. Меченый, останови их. Да, блядь, подождите. Какой точный автомат, я хуею. Очень точный автомат, я реально хуею. О, меня сам тащит, нормально. Давай, 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 красиво. Я поеду сам на своих просто. Какой же он, сука, быстрый. Я этого Круглова уже ненавижу, блядь, если честно. Он просто ебанутый какой-то. Кнопка, сука, я нажал. Вместо F1 нажал 1. Так, ладно, он какой-то странный, блядь, да, если да. Честно. Бля, только не беги, пожалуйста. Стой там на месте. Все, спасибо. Он говорит, что они живы. Он говорит, типа, мы живы. Прикинь. Ура! Ура, действительно ты. Мочи. Ой, я ебу. Так, а это кто? Кто так сильно меня стреляет? F5. Тебя попали, ты, блядь, не умирай, куда-то щемишь-то опять вперед паровоза-то, ебаный в рот, а? Вот куда он бежит? Он просто бежит вперед всех, он дурачок, нет? А, вот это что ли барахлит? Нам надо поглубже идти, тут я ничего понять не могу. Да что ж тут происходит такое жесткое? Я ранен! Оп! Ебануться. Так, патроны закончились, спокойно. Где он? Почему опять провально? Что происходит-то? Мы не можем его так бросить. Бросаю. Скоро выброс. С ним мы не пробьемся. Нет, Клык. Я его не брошу. Чё, блядь, это было сейчас? Я не понял. Нам надо...
Почему, сука, каждый выстрел вызывает кровотечение? Что за бредни, блядь? Судя по всему, надвигается выброс. Нечери, беги. Сейчас такое начнется. Ну, сейчас заставка хотя бы нормально будет, да? А не вот это вот. Клык, мы не можем его так бросить. Бросай. Ему уже ничем не поможем. Скоро выброс. С ним мы не пробьемся. Нет, Клык, я его не брошу. Это нормально или это глюк? Так, вставай, собака, ебаный рот, закончилось все. F5. Давно не было субдея, пора уже. Не, пока не пора. А это что такое? А, это настроенный пси-шлем, а как его надеть-то? Не надевается. Бля, он сюда додакает, да? Да-да, говорит, да-да, блядь. Да-да, да-да. Да-да? Да-да, да. Так, хуета, хуета, хуета. Да? Да? Да-да. Да-да. Так, F5. Поход дело в подвал. У Снорка можно ступню взять. И что, третью ногу себе пришить? Ой, ответь, ВКС предложение подписался. Нет, я за такие вот на эти такие я не покупаюсь, нет. Молодец, Меченый! Не боишься, Егора Крида составляет конкуренцию? Да, я не люблю, когда это, кто-то кроме меня в этом мире поет. Поэтому как бы... Я вообще певец, по сути. Я-то вообще-то по сути певец, так что это... Я думаю, перепою, похоже. Перепою по хуям. Ладно, оставлю так. Давайте. Андрей даже мне страшно остановис. Ебать, кого-то пробило. Кто-то прям гороха зеленого шуль переел. Это что такое? Что за звук такой жесткий? Кто-то живьем просто стреляет, сидит, да? Кого-то жесткое несварение, нахуй. Глянь наличие ПНВ. Ой, бля. ПНВ, нахуй. ПНВ это пиздец, нечетко все. Так это читается, да? Мне кажется, ли от него нет смысла? Мне интересно, это мажор или богатый взрослый человек? Я не знаю. Давайте спросим Андрея. Давайте мы спросим. Ой, жрать охота! В смысле? А как это? У меня нечего пожрать. А есть что пожрать, пацаны? Мне тоже интересно. Я не знаю, мне не нравится ПНВ вообще ни разу. Хуета какая-то. Критическое излучение. Немедленно покиньте опасную зону. До свидания. Уехала ведь Дзен в горы. Критическое излучение. Немедленно покиньте опасную зону. Это в какие горы? Где там Дзен сейчас нынче ловит? Где сейчас модно ловить Дзен? Я могу поймать Дзен на сайте Яндекса. Там тоже есть Дзен. Бесплатно, нахуй, без всяких гор. Представляете? Бесплатно, без всяких гор. Так, 3 минуты 40. Мне сначала нужно, наверное, всех перестрелять, а потом возвращаться сюда. Минус один, хорошо. Внимание, критическое излучение. Да, постоянно 4 минуты дают. Бля, патроны кончатся, это поворот. Эх, ебать, а других оружий-то у меня нету, представляешь? Оружия-то нет другого! Вот это я попал сейчас, в какую-то жопу прям попал. У меня больше нет оружия.
А вот контролер-то, все. Да контролировался, ёпты. Хе-хе-хе-хе-хе. Дядь Паша какой-то, блядь. Так хорошо друг на друга посмотрели, кстати говоря. Да можно гранату-то взять или нет, блядь? В смысле нет гранат? Как это нет гранат? Вы чё? Ну хедшот же только что был. Ну был же только что хедшот. Ну отвечаю, был хедшот. Прям в лицо ему прям стрельнул. Грены кончились внезапно. В сталкере топ оружие это нож. Нет. Он слишком сложный. Сегодня ты сидишь, а завтра ты сидишь и фиг не думаешь. Слова великие. Да? Попахивает умным человеком в этих словах. Я не знаю, правда, кто это сказал, но чувствую, что человек очень умный. Просто буквально максимально умный практически. Джефф Безос, основатель Амазона. Да хуилиард долларов. Я понял. Окей. Надо тоже Амазон основать. Есть у кого идеи, как основать Амазон? У меня в моем калаше не было оружия. Ой, блядь, не было патронов. Я охуею, до свидания. Как мы с тобой жить будем? У меня даже гранат, блядь, нет. Так, вот, собственно, здесь мы и закончим сегодня с вами. Это все, это конец. Конец этой серии, конец этой игры. Конец этого прохождения. Можно принять, спасибо. Дурак, ты совсем уйди на... Как ждал прям. Как ждал прям, сука, меня. Торговать. Да-да. От души пожрал, хорошо. Так, значит. Да-да. Да за... Спасибо. Мне зеленый дали, а нахуй мне сдался? Да-да. Он типа лучше, что ли? А-а-а. Да-да. А-а-а, окей, понял. Понял, понял. Да-да. Тогда я этот надену, а этот желтый продам. Да, так. Да, так. Так, а торговать. Торговать. Секунду. Не понял сейчас. Что это за комбинезон? Он хороший? Да, да. Да заткнись ты нахуй. 90, 90, 50, 50, 90, 40, 90, 60. 23, 23. Ебать, он что такой жесткий-то? Нихера себе. А он такой охуевший, да? Он такой прям вообще. Он что-то прям какой-то имбовый, я правильно понимаю? Да-да. Да за... заебал. Он прям имбовый. Да-да-да-да-да, в смысле вы угораете надо мной? Да-да, в смысле он, блядь, имбовый. Вот. Объясните мне нормально. Да-да. Ну, мне кажется, он что-то жесткий какой-то. Да-да. Тогда еще вот так. О, патроны. Ой, так можно нафармить патронов все много. Да? Да-да. Да-да. Так, для калаша еще да, куплю патронов. Окей. Ох, блядь, что такое? Комбинезон Сева. Представляет отличное сочетание бронированного комбинезона, системы дыхания с замкнутым циклом, а также встроенной системой подавления действия аномальных полей. За счет удачного подбора материалов является хорошим выбором. Единственный недостаток — его цена. А-а-а, блядь, иди нахуй! Я не готов! Меня закрыли! Сгорел, дурень, блядь!
Сгорел, сука! Какой же классный костюм! Я разработчик мобильных игр. А, ну это все, это все понятно. Все, пиздец. Это остальные, давай мне пару тысяч евро тоже закину. Это все, это, ой, это, я-то думал, блядь, я хуй знать это деньги. Я думал, ты где-то зарабатываешь, а ты разработчик мобильных, все, это миллионер, нахуй. Это миллионер к нам пришел, вообще не, давай остальные. Давай все остальные 100-500 тысяч своих мне сюда. Я-то думал, человек честно где-то деньги зарабатывает. А он разработчик мобильных игр, блядь. Ой. А, ну давай тогда, мы с тобой... А, подожди, все, я понял, ты хочешь сделать со мной игру? Все, я понял. О, кстати, хорошее предложение, подожди. Если ты разработчик мобильных игр, то все, мы с тобой будем делать игру, и я стану сразу Forbes, правильно? Мы же, короче, заработаем на этом, на мобильных приложениях. Я вам открою тайну, но сейчас мобильные приложения приносят, знаешь, сколько денег? Триллиарды тонн, нахуй. Триллиарды тонн. Поэтому скоро игр не будет, скоро все будут одни мобилки. Вот эти, знаешь, кликеры, где, блядь, человек заходит с утра и весь день там сидит. Закидывает свои 30 рублей, и таких людей миллиарды. Поэтому, как бы, все разработчики мобильных игр, у них денег хоть жопой жуй, у них деньги не кончаются вообще. Поэтому все. У меня аж отпустило маленько, понимаете? Мне неловко, когда скидывают какие-то большие суммы, я не знаю, что это за человек. Теперь человек приходит, говорит, я разработчик мобильных игр. И мне стыдно теперь за этого человека, за то, что он скидывает мне каких-то 300 евро. Разработчик мобильных игр? Каких-то 300... Серьезно? Это знаешь, это все равно, что взять, я не знаю, кто там, блядь, Абрамовича, знаешь? Взять вот его и сказать, этот, как тебя, Абрамович, дай, сколько не жалко. Он тебе дает 10 рублей. И вот это примерно тот же самый уровень. Разработчик мобильных игр и 300 евро. Мне кажется, он пока мне скинул, он пока в карту набирал, пока номер там свой забивал, вот этот карточный, в донат, он больше заработал в это время. Ох, ладно. Ладно, зато мне стало поспокойнее, хорошо. Зато мне стало поспокойнее. Но мало ли где человек это взял. Мало ли ему потом на что-то не хватит. Не, ну все, если ты хочешь со мной игру разрабатывать и зарабатывать миллиарды долларов на ней, то я согласен. Я согласен прямо сейчас. Давайте придумаем жанр. Нам нужна игра, наверное, что-то вроде фермы, где кончаются ходы, где нужно, короче, постоянно ждать времени прихода, где можно все и самому, но лучше, конечно, нам заплатить. Поэтому будет гораздо больше. Вроде, ну, нам нужно всего 300 рублей. Ну, что, вам жалко 300 рублей? Ну, конечно, нет, мое время стоит дороже. И пиздец, и понеслись миллионы. Миллионы понеслись. Все, я готов. Все, я готов. Так, ZZMaker. Что такое ZZMaker? ZZMaker это игра такая? А, реклама, нихуя, сейчас смотри, реклама. Подожди, ZZMaker, что-то знакомое. Я играл в ZZMaker или нет? Чего ты вот нас разработчиков обижаешь? Ой, не надо вот разработчик. Сейчас бы разработчика мобильных игр обидеть чем-то. Это невозможно. Невозможно обидеть человека, который в минуту зарабатывает 500 тысяч миллионов рублей. Невозможно. Ни в коем случае. А, я что-то думаю за змейка, что-то знакомое. Второй аккаунт, что ли, думаю, или что-то, блядь. Я, конечно, не могу сказать, что я все ваши ники наизусть помню, но это знакомо. Я просто хотел сказать, типа, зачем тебе второй аккаунт, а потом подумал это про игру. Короче, я нихуя не понял. Так и знал, что не ту профессию выбрал. Совершенно верно, совершенно верно. Пусть пока будет так, вот хорошо. Да-да? Да-да. Действительно, да-да. Да, как говорится, да. Что у вас тут есть еще полезного, интересного, я заберу. А ничего у вас тут и нет. Так, FP...
Бля, он живой. Мы тут ночные полуночники, одним глазом вас, вторым, как говорится, на Кавказ, и континентальную лигу по лолке. Приветствуем из Владивостока. Здравствуйте. 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 Чёрт, вам опять тоже, да. 25. Блять, 27, 28, 29. Пойдем сюда, попиздим с тобой. Эй, дружище. Дружище, другалек ты мой. Да-да? Да-да, действительно. Здравствуйте. Так, раз, два. Так, ну мы с ним в принципе поторговали.